вот это отдельное здание, первый этаж. Оно пристраивалось в последний момент. Оно видно по стыкам. Оно трещины дало, но небольшие. Большая проблема во втором этаже. Юрий Поляков поднял вопрос на планерном совещании, которое состоялось вчера. А уже сегодня специальная комиссия вышла на объект, чтобы провести предварительный осмотр. Здание состоит из двух отдельных частей. Первый бокс и пристройка с деревянными межэтажными перекрытиями, которые можно восстановить. Вместе с тем, в одной из пристроек есть трещины в стенах. Чтобы выяснить, в каком состоянии фундамент, специалисты заложат несколько шурфов. Я вижу, монолитные конструкции тут устраивает, что наверху вот это дерево облегченное, а конструкция с этими фермами из металла. То есть эта задача упрощается. Значит, первое, что мы должны сделать, Юрий Петрович, ревстрой, забор, обнести это здание, оставить только ворота на въезд. И начать вывоз отсюда мусора, потому что здесь за вот эти годы, здесь просто кошмар какой-то. Когда вывезем весь мусор, пусть придут конструктора, посмотрят и подскажут нам, где нам нужно усилиться, что нам нужно сделать.